Как сообщается, смертник планировал совершить теракт на концерте в честь Дня города, но мужчину остановили у рамок металлодетекторов, где он и привел в действие бомбу. Вот что в связи с произошедшим заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Сегодня празднуем республики. Праздничный день у нас, не только в городе у нас сегодня. Мы празднуем День молодежи, День уголовного розыска, День ОМОНа чеченского. И сегодня, 5 октября, был избран наш первый президент, Герой России Ахмад Хаджи Кадыров. Мы, у людей хорошее настроение, праздничное настроение, танцевали, веселились, пели. Ну, шайтанам это не нравится. Вот они подготовились, хотели, так сказать, испортить нам праздник. Ну, благодаря нашим сотрудникам полиции был предотвращен теракт. И вот какие подробности нам сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. 17.05 в городе Грозный Чеченской Республики. Во время проведения праздничных мероприятий на пересечении улицы Роза Люксембург и проспекта Исаева сотрудники правоохранительных органов при досмотре человека, проходившего рамку металлоискателя, обнаружили самодельное взрывное устройство. При попытке задержания террорист произвел самоподрыв. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Личность преступника предварительно установлена.